Звонил и говорю: вы знаете, вас беспокоит студенческая социологическая служба. Мы хотели бы провести небольшой опрос по поводу того, как наши студенты проводят свободное время. Вы можете нам помочь? Она говорит: ну да. Потому что она ответственный человек, не может отказать. Каздев называется современным языком. Исследование целевой аудитории. И я говорю: вот так, когда вы встаете обычно, что кушаете, обед, какие фильмы любите, в какие дни недели свободны. Все про нее узнал. Все про нее, семью, все узнал, что можно. А потом говорю: ну запишите, если хотите получить результат исследования, запишите адрес. Она: хорошо, пишу. Я пишу: Казгуград, Тимирязева, 46, общежитие номер 9, к Маргулану Сисимбаеву. Он говорит: на той стороне. Такой бизнес был, блин. Зато я все знал. А потом, когда я ее приглашал в кино, она говорит: не, я не могу пойти. Я говорю: как? Сегодня у тебя в 7 часов свободное время. Ты обычно в кино ходишь. Поэтому это... И это там целая была эпопея.